Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Survival Danger Zone. Что ж, поехали, new game. И у нас, ребята, здесь выбор персонажа. То есть Дэвид, Лиза и Рольф. Ну, Рольф и Лиза, как мы видим, пока закрыты. Достается нам только лишь Дэвид. Хорошо, я выбираю его. Так, тут у нас итемы какие-то мы можем с вами поставить. Но, как мы видим, у нас все по нолям. И какой-то, ребята, скилл. Скиллы тоже, видимо, можем менять. Тоже их тут очень много, но все это закрыто у нас. Ладно, тогда давайте стартовать и смотреть, что это за игра, какого характера и вообще, что здесь будет у нас происходить. Так, видимо, мы будем получать какие-то ящики, и в нем будет очень много лута. О, о! Это не я, ребята, это компьютер пока сам играет. Ага, вот и я, вот он, Дэвид. Так, значит, кликайте, вы будете двигаться, кликайте на двери, вы будете их открывать, кликайте на зомби, вы их будете атаковать, и также вы можете кликать на разные вещи. Понял, значит, здесь не надо, ребята, подстраивать кнопки, здесь все будем делать одной мышкой. В принципе, меня это устраивает. Так, заходим. Вау, чувачка-то тут разорвало. Или что это такое, я не знаю, что это за куча. В общем, он себя чувствует очень плохо, ребят. Тот спрашивает, как ты себя чувствуешь. Тут совсем не важно. Типа, я попробую тебе помочь. Ой, идет зомби на нас, ребят. На, на, получи, гаденыш. Ребят, я в рукопашку против зомби, охренеть. Но я его побил. Так, рацию мы взять не можем. Смотрите-ка. А тут у нас... Так, погоди-ка, здесь у нас выход, понятно. А вот здесь я что должен сделать? Не работает, короче, у нас, ребята, свет в этой комнате почему-то. Закрытые двери, которые мы, наверное, тоже не можем, да, ничего сделать с ними. Ладно, пойдемте туда, сюда пройдем. Так, все здесь указано. Здесь, значит, можно вот это вот кликать, да, если вот так вот обозначено. А вот это, видимо, лутать. Ага, мы с вами нашли, видимо, какие-то консервы, лекарства, доски, тряпки. В общем, я все это забираю. Видимо, здесь будет, ребята, система крафта, я так понимаю. Если у нас столько всяких ресурсов находится. Так, идем дальше. Тут еще смена дня и ночи, что ли, будет происходить? По сути, да. У нас наступает, ребята, утро. Так, и мы с вами переходим. Ох, ядрить тебя на корень. Нифига не карту показали. Так, он с кем-то все время, ребята, общается по рации, как я понимаю, наш Дэвид. И тут у нас, смотрите, апартаменты, апартаменты, тут у нас почта, подожди ты, почта, дом, полицейский участок, строительный офис. Хм, и, например, куда я могу сходить? Ну, давай вот сюда, в апартаменты. То есть нам показывают сразу, что мы можем здесь с вами заработать. При этом у нас теряется 5 еды и 5 разума. Странно. Ну, ладно. Походим, поразбираемся. Смотрите, а вот здесь прикольно смотрится. Вдвоем они отбиваются от какого-то робота. Так. Ой-ой-ой. Мне не нравится. Ребята, я могу что-нибудь себе взять в руки, в конце концов? Дубину хотя бы какую-нибудь? Нет? О, экипировать. Я, ребята, экипировал дубину. Теперь я могу бить палкой. Я так понимаю, это еда, это лекарство. Ну, а остальное идет как бы под крафт. Также у нас есть, ребята, система, я так понимаю, одежды. То есть мы можем на себя на голову надеть что-то, на тело. И взять еще, видимо, какой-то рюкзак. Так, ну что ж, давай. Включается свет? Здесь включается. Что-то мне показывает, что у вас будет скоро пониженное. Так, дай-ка я вот палку возьму лучше. Давай палкой бить. Так. Палкой он, ребят, конечно, очень долго замахивается. Ты будешь бить-то, эй, Дэвид? Да, жесть какая-то. Если так будешь дальше бить, далеко мы с собой не уйдем. Так, забираем какие-то детальки. Ладно, давай посмотрим, что у нас в этом ящике. Ага, опять тряпки, дерево и слитки. Хорошо, продвигаемся сюда. Тут, видимо, можно, ребята, подняться наверх, на второй этаж. Точно, тут даже не один этаж, а тут несколько. Три этажа.
Блин, зомби, я думаю, что, ну, должны мы, наверное, с ним справиться-то, ребят, ну. Идет ко мне. На, получи. Дэвид, ты, главное, бей. О, с двух ударов, молодец, отлично получилось. А этот что там, спит, что ли? Ага, очухался. А, это пол-зомби, ребят. Это было пол-зомби. Так, давай свет включим. А что нам дает вот это вот, свет мы включаем? Ребят, у меня что-то понижаются какие-то параметры. Пишут, типа. Ага. Мы нашли какой-то то ли порох, то ли порошок. Ладно. Давай теперь попробуем подняться на самый верхний, на третий этаж. Ага, погоди-ка секунду. А можно мне как-то хильнуться маленечко хотя бы, ну? Так, голод. Голод это понятно, а мне нужно здоровье. Во, ХП 50, все, юзаем. А то как-то, ребят, ну там серьезно очень мало здоровья. Голод у нас, значит, есть. И также есть разум. Давай на третий этаж сходим, посмотрим, что здесь у нас будет. Ну, как всегда, зомбари, ребят. Как мы видим, что у нашего оружия есть прочность. И она потихонечку, ребята, уменьшается. Ну-ка, Дэвид облизывается, да, такой в предвкушении чего-то вкусненького. Но здесь нам выпадает всякая ерунда. Тряпки, деревяшки. Включили свет, не знаю, что нам дает свет, если честно. Опять ползомби, увидел, да? И ползет, мне бы, конечно, какой-нибудь ствол бы. Я бы его, блин, нахлобучил бы уже давным-давно. А так вот палкой этой бить. Все, закокошил я его. Смотрите, ребята, тут какая-то схема, чертеж. Интересно, чего? Какой-то ракеты, что ли? Так, дали нам слитки. А тут еще что-то есть, ну-ка. Ага. Зачем же нам столько много деревяшек и прочего ресурсов, а? Где мы можем с вами крафтить, в конце концов? Ладно, ребят, будем выходить из этого здания на первый этаж. Так, все, мы здесь облутали все, по-моему. Так, пойдем потихонечку. Пойдем потихонечку. Так, и мы выходим с вами на карту. Ага, то есть вот это наш дом. И мы с вами продвигаемся дальше. А если я хочу вот сюда пойти, смогу? Ух ты, тут еды много. Эть, а, ребята, я не могу почему-то сюда рвануть. Представляешь? А почему? Хм. То есть мне еще якобы рано сюда идти или что? Сюда, кстати, тоже не могу идти. Ну, давайте вернемся с вами домой. Может быть, мы сможем что-то с вами покрафтить. Хотелось бы, конечно, надеяться на это. Так, ну, давай заходим. Надеюсь, нет зомбарей здесь. Ох, ядрить тебе на корень. Ты смотри, ребят, что у нас тут творится. Это все, видимо, нужно починить для начала-то. Ну-ка, давай посмотрим, что нужно, например, для починки вот этого. Хватает? Есть. Давай, ребят, чиним. Это что такое мы сделали с вами? Это похоже... Блин, на кровать почему-то похоже, ребят. Точно, ребят, это кровать. Мы можем с вами восстановить и здоровье, и стамину. Но за это мы будем с вами терять сытость. Ну, давай я два часика киморну. Еда у меня, по-моему, есть, да, консервы там есть, я видел. Так, я вижу, что у меня понизилось, но зато у меня, ребят, здоровье повысилось и стамина. А стамина это, видимо, вот это вот, да? Так. И тут, видите, у меня еще что-то такое вот высвечивается, пока не могу понять. 6 часов, 06, 05, не знаю, что это такое, ребят. Включим свет, наверное, для начала. Так, посмотрим, можем ли мы вот это вот починить. Ай, не хватает деревяшечек, к сожалению. Блин, то же самое, ребята. Это у нас сундук, видимо, мы здесь можем с вами хранить. Да, мы можем с вами хранить весь лут здесь. Так, давай выложим вот это вот все. Я могу вот так вот сделать. В конце концов, да, надо подкрепиться. Нет, возьму я, наверное, вот так вот. Вот это вот я возьму на всякий случай, мало ли там чего, да. Впереди нас еще будет ожидать. Мы будем с вами подкрепляться. Вот так, отличненько. Ну что же, сытость соточка. Тут, кстати, на улице тоже, оказывается, что-то можно починить. Гарден, не знаю, что такое. Знаю, что нам нужно с вами отправляться дальше. Наступает ночь, к тому же, я вам хочу сказать. И в этих апартаментах мы уже были, видите, они помечены. Давай тогда зайдем вот в эти. Здесь мы еще с вами не были. Ха, прикольно, да, смотрите, мы... Ох ты, тут еще и разные виды зомби будут. Ага, вот так вот. Причем, пока мы там лутаем, зомби ломятся в здание. Так, мы сможем... Ой, увидели.
Так, этот пока там доползет, это хорошо, что он медленный. А вот это вот надо нахлобучивать, ребят. Ой, ночь наступает. Ну ты будешь бить, Дэвид. Дэвид, блин. Слушай, я ночью-то ни хрена не вижу, оказывается. Ты представляешь? Офигеть, у меня обзор видимости по ночничку. Лучше, блин, не придумаешь, ребят. Ну, давайте хоть полутаем маленько. Ух ты, мясо, водичка. Отлично, мы это забираем. Блин, надо было, ребят, домой, наверное, вернуться, кимарнуть маленько. Слушай, давай-ка пойдем мы, наверное, кимарнем. Но это не дело, я тут ни хренашечки не вижу, если честно. Подожди, зомби, давай облутаем. Что у нас там? Порох. Или порох, или, ребята, как этот, когда кремируют. А-тя-тя, вот это я попал. Я не могу, ребята, отсюда уйти. Свет, 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 вот. Фу, я-то думал, для чего нужен свет. Теперь я буду знать, что свет нам включает освещение. Так, погоди-ка секунду. Я вон того зомбарята пропустил. Смотрите-ка, его же можно лутануть. Так, у меня по сытости пока нормуль. По здоровью тоже пока все хорошо. А, прах, прах называется, ё-моё, вот как. Ну, давай поднимемся. Сколько тут этажей? Тоже три? Блин, я ни хрена не вижу, ребята. Опасно здесь так вот находиться. Дайте свет включить. Фух. Ну-ка, что тут? Тряпки, древесина. В общем, хорошо все. Давай дальше. Открываем. Открывай, открывай, Дэвид. Черт, я его побрал. Давай, иди сюда, на светлоту. На светлоту, будем по светлоте с тобой драться, гад. Я не собираюсь там в потемках с тобой мурыжиться. Е! Наколбасил я его. Слушай, ну довольно прикольная такая игра, ребят, я вам скажу. Не знаю, как ваше мнение, вы пишите мне в комментах. Будем мы ее вообще смотреть дальше или нет. Но вроде бы так ничего, зачетно, зачетно. Так, все дело в луте. Ё-моё, ох, нифига тут ингредиенты какие-то даже химические нашли. И вот эта вот карта, постоянно везде вот эта карта. Что она обозначает? Что-то нам тут нужно собрать? Может, какую-то ракету ядерную, чтобы пройти эту игру и взорвать все к ядрене фени. Так, ладно, мы можем с вами... Сюда можем пройти? Можем. Иди колотить! Давай. Да нет, 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 не то ты сделал, парень. Иди сюда. Черт, он хотел меня садануть. Так, показывает, что я очень проголодался, да, и что у меня стамина падает. Ну, хорошо, что здесь, ребят, пока по одному зомбику идут. Блин, у меня и со здоровьем проблемы, кстати. 130 из 200 осталось. Прах забираем. Идем сюда. Ну, открой ты дверь, зачем ты закрыл ты? Че, нету, что ли, этого? Опа, ребят, что-то нашли. Я думал, честно говоря, там какой-то листочек. Нет, смотрите, листочек. Так, что тут? ДНК, корпорация. Что-то в офисе. В офис Альфа, блин, короче, непонятно ни хрена. Включи, говорю, да включи свет. Ладно, пойдемте, ребята, сходим. Ага, вот что у нас тут. Мы с вами постепенно что-то собираем. Ну что, пойдем, наверное, еще выше этажом сходим. Посмотрим, что там дальше, если есть такой. Нет, тут всего, ребята, два этажа. Хорошо, давай тогда отсюда нафиг сматываться. Сматываться желательно домой. Можем, нет? Слушай, ну это странно. Я не могу уйти. А что вы мне прикажете делать тут? Ночевать, что ли? А, вот эксит-то, елки-палки. Или погоди. А здесь я был? Здесь я нифига не был. Или был? Нет, не был, ребята. Ящик свободный. Точнее, даже не тронутый. Все, я это буду забирать. Ничего тут не оставлю. Мне еще нравится, что когда зомби реагируют, они издают такой вот знак, знаете, и мы сразу определяем, что здесь действительно есть зомби. Так, проклятие, все молчат. Все молчат, Дэвид, все молчат. Нам с тобой придется вдвоем выживать. И давай-ка мы с тобой побежим домой. Ну и он нафиг. Не хочу, ребят, просто подставиться лишний раз. Сейчас кимарнем где-то часиков, наверное, пяток до утра, да? Чтоб все было хорошо. У нас 3 часа ночи. 3 часа ночи. А, не, погоди, кимарнем. Мы не будем вначале спать, мы вначале с тобой что-нибудь починим.
Давай посмотрим, что вот это за фиговина такая. Угу, посмотрели. Хотя, почему, ребята? У нас же с вами есть склад. Так, забрать все. И посмотрим. Так, что это такое? Кухня? Мы можем с вами здесь готовить еду. Ну-ка, давай проверим. Так, шикарные блюда, ребята. Крафт. Так, шашлычки. Ну, у нас только на шашлычки и хватит. Давай сделаем. Все. Сделали, блин, шашлычки. А сюда уже, по-моему, не хватит. Блин, три древесины, ребят, не хватает нам для того, чтобы починить вот это вот. Значит, у нас будет с вами, скорее всего, кухня, спальня. И здесь мы с вами, наверное, скорее всего, сможем приготовить оружие. Приготовить. Скрафтить, елки-палки. А вот это вот я уже не знаю, честно говоря, что такое. Ну, узнаем, думаю, со временем. Так, надо нам что сделать? Во-первых, нужно здоровье подлечить. Используем. Во-вторых, нам нужно быть сытым. Сколько дает? 50. Блин, не так уж и много, ребят, если честно. Соточку дает. А как мне... А, стамина у нас только за счет сна, ребята, восстанавливается. Ладно, кимарну часика 3. Часика 3. Вот, 4. Как раз самое то. И должна стамина, по идее, восстановиться. Да, восстанавливается потихоньку стамина. А вот это что такое? А, это свет, елки-палки. Я думал, что это у нас черчеж показывает. То есть я здесь, ребята, могу отдуплиться, знаете, из-за чего? Если я и живу всего лишь один день. То есть могу отдуплиться, если с голоду спокойно, да, в принципе. И также по здоровью. Вот тебе два параметра, из-за которых можно отдуплиться. Ну что, давай куда-нибудь переместимся. Я могу, например, вот сюда вот сходить. Что? Тут оружие, причем довольно прикольное. Вот так вот, что ли, это делается? Все, я понял, ребята. Охренеть. Мы можем здесь по карте, оказывается, свободно передвигаться. Я думал, что только в определенные точки. Блин, ну тут оружие, но я думаю, здесь будет сейчас очень и очень жестко. Рванул, блин, наверное, не по годам. Ладно, потихонечку, утро, по крайней мере. Йоу! Ты видел? Эй! Парень! Парень, ты потише! Да ну хорош! Ребят, вот это я ломанулся, придурок. Фух! И это только начало, блин. Что мне тут дали? Палку? Мне дали палку, ну новую, по крайней мере. Я с собой не взял, а нет, я взял, ребята, я взял с собой еду. Так, давай-ка мы используем ее. Фух, точнее, это не да, это здоровье было. Так, и надо нам поменять палку, по любасику, ребят. Так, давай-ка мы вот ее... Да я просто... Вот эту убрать, а вот эту одеть. Вот так. Где твоя палка, блин? Вот она. Тут, смотрите, ребят, тут еще очень много чего можно брать с собой. Так, давай потихонечку. Боюсь, тут опять зомби эти. Твою маковку. От него не убежать, ребят. Бесполезно бегать. Он промахивается, конечно, но... Да бей ты его, этого гада! Очень мало здоровья у нас. Вообще, ребята, критичные. Ты... Дивизию твою, и что делать? Я надеюсь, когда мы погибаем, мы не с самого начала начинаем. Что это такое? Курасанчик, да? Хотелось бы верить, что это курасанчик, но мне нужна аптечка. Блин, зачем я, ребята, сюда ломанулся? Ножи. Слушай, мне кажется, что это метательные почему-то ножи. Да, Дэвид, я знаю, что тебе очень хреново. Мне тоже хреново, поверь мне. О, аптечка, 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 аптечка. Чтоб там была аптечка, ребята, ну, пожалуйста, пожалуйста, дай аптечку. Так, какой-то корень мандрагоры, блин, нам достается. И все-таки мы с вами нашли, ребята, да я просто, 50 очков к здоровью. Хм, давай проверим. Так, 90, мало. А если вот это вот, это к чему? Это к сытости. Ладно, фиг с ним, съедим. Как я могу вот эти вот экипировать? Экипировать. А вот это что такое, ребята? Бутылка. Вода. А мандрагора что-нибудь делает? Нифига она не делает, ребят.
Чистая ткань, а, медицинская даже ткань. Марля, короче, это. Так, ну-ка. А, нет, ребята, я хожу с ножом. Блин, ну у меня 90 здоровья. Я могу выйти отсюда, я могу ведь выйти. Хоть бы я мог выйти отсюда, я вернусь домой, ребята, я... Посплю, кто это еще? Блин, она проснулась, ребят. Она проснулась, гадина эта. Я не хочу туда идти, а мне надо, блин. Могу я потихонечку, потихонечку? Ой, ёпрст, там их сколько. Слушай, рискнуть, нет? Давай рискнем. Рискнул, блин, на свою голову. Хач! Хач! Реборн энд Резурекшнс. В плане. Ух ты, ребята, ё-моё, я рисанулся в домике у себя. Давай, конечно же, починим вот эту штуку. И... Да, я был прав, это оружейное. Ух ты, тут еще, смотри. Смотри, что тут можно делать. Шапки, 80 к стамине, 20 к здоровью. Блин, так это ж круто. А тут еще, смотрите, всякие... О, я могу себе, ребята, лекарство скрафтить. Опа. Отлично. Так, а это у нас еще и уровень где-то должен повышаться. Потому что здесь, видите, только со второго уровня. Тут с третьего, тут с четвертого. Я так понимаю, это коктейль Молотова, да? Гранаты, ловушки, дротики. Фига себе, боеголовка такая. Да, то есть оружие здесь будет. Ух, нифига себе. Вот это костюмчики, мне нравится, ребят. Прикольно. Так, и здесь у нас оружие. Ёпрсты. Снайперка. Так. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы с вами будем завершать этот видосик. Вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых видосиках. Всем пока, всем удачи и до скорых встреч.